ставит. Знаешь, насколько легче, когда все это стоит в отдельном помещении? И что? Ром, включай телевизор у нас в комнате, мы сейчас придем КВН смотреть, и ты к нам приходи. И то, смотри, сколько времени я убирал. Почти 6 часов, больше даже. Мне болит ступня, мне не встать на стопу, мне больно вот это место. Ты знаешь, что такое подагра, нет? Ну, слышал. Ну, но знаешь, это не подагра. Нет, а вообще знаешь, что такое подагра? Знаю. У нас чего человека было. Ну что вот это, как она? Проявляется? Да. Суставы болят несусветно, опухают. Угу. Плохая штука очень. Но у меня не опухают. Ты хочешь сказать, что у тебя уже есть подагра? Да ну нафиг. Елена говорит, может, у тебя подагра? Ну не решал она ну, на работе. Нет, типун не закрыл. Это и есть подагра не относится. Это же плоскостопие этого. Подагра этого страшная вещь. Просто реально страшно. Ну, то есть по длине, там бы вошло все. Да, еще место осталось бы. Скорее всего, туда могла влезть боковая полочка. Вот это. А мы смерили сколько? 3? Там тогда? 3, да, вроде бы даже где-то. 90 там и 3, и 2 с чем-то. Да, 3 получилось у нас. Да. Я говорю, что 40 сантиметров у нас еще есть. Ну почти, ну да, 40, с учетом того даже, что скорее всего там же закругленная. И возможно, что она просто трубу не коснулась, труба-то у вас проходит. Ближе сюда. Да, поэтому скорее всего там можно еще добавлять несколько сантиметров. Что-нибудь в районе 10. Так, я его заберу. Вот. Дать тебе на работу еще парочку таких? Дать тебе? Вкусно? Спасибо. Давай. Я когда купила в Окее на 169 рублей эта коробка. Мне так не нравится. Я вообще... Я на работу возьму тоже. Что у меня? На работе там... Лицо мне не нравится что-то. Желтое. Ну, я вообще отношусь хорошо к этим смесям. Я вот был, Серег. Хватит выкидывать. За что не прошу, свежий чай. Хочу попробовать ром кидать, но не по одной таблетке. Мне кажется, ему только три коленки. Уже одни две. А две носила. Какие? По-моему... Да это мы ему не давали. Это дает только на ночь. Я помню, что для всей этой розовой. Гинкоум это так. Просто для профилактики. Завтра я там к Маринке иду, там капельница, она мне тоже прокапает. Сильнофлавин, как бы так для работы. Может, там не Лена Рио. Там и надо. Для плана, как бы так, и мне заодно, как для профилактики, как мне все прокапать. Ну, правильно. То есть 900 рублей заплатила за эти 10 тампов. Две недели она мне прокапывает. Одно лекарство у них есть там, которое последнего человека. А вот эти 10 тампов я купила в Сперницу, в Озерках это, ну, академический. Что не купи, блин, все тысяча. Стельки купи. 1000 почти. Лекарства купи. 1000. Прямо вообще. Продукты купи тоже. Цены все загибают и забивают. А в магазине прямо там уже как бы не заходишь, прямо вот все тебе готово навязать. Вам помочь с выбором? Вам помочь с выбором? Ром, иди сюда, выпей. Ну что нет, вот на таблетке выпей по одной. Я тебе даю себе одну вот эту и одну эту. Просто я хочу посмотреть, как ты будешь там свое ощущение. Да, он там будет очень... Да какие бы они ни были. Производители разные, бывают эти и расцветки таблеток разные. Не надо
Только если я хочу уменьшить эту дозу, потому что он спит просто в таком отрубе, храпит и вообще полностью в этом в отрубе и до часу еле проснуться не может. Заодно за один прием это не ясно будет. Ну и что, не важно. Я хотя бы сегодня буду видеть, как, в каком он храпе. В храпе или не в храпе? Сегодня ты еще не увидишь. Ну, может быть, я увижу. Почему? Ты не знаешь. Например, мы один раз уезжали на даче без таблеток. И он не храпел, спал. Спокойно спал. Три дня эти. Но забыли их. Не надо прямо так говорить. Потому что я хочу посмотреть, хотя бы вот несколько дней подавать по одной таблетке. Если я что-то буду замечать, не очень, я тогда перейду опять, добавлю. Слушай, когда ты научишься пироги печь? А это не пироги. Ну, беляши. А как я могу научиться печь, если мы гуляем, гуляем не учиться? Тесто было сделано. Чего-то до того до момента, как я приехал. Ну а что? Так не было начинки еще. Она еще крошила яйца сюда. На 5-10. А я жарила на этом сковородке. Она не пекла их в духовке. Это помидорка выросла у нас на даче. Евгения Александровна дала. Но духовок я тащила в коробке. Шарики эти, фонарики. Если они повесить. Привязать сокнучки, повесить. Посмотрел на ковшко? Да. Ну как? Явно больше. Светлое больше? Конечно, оно как минимум глубже. Корням по-любому есть куда раз. Ну а вот это вот, что за посадить вот это вот? Посмотри на него. А что на него? Ну, вовнутрь или просто на него посмотреть, по вот, а где по ширине? Да, и как? То шире, больше будет нормально для него. Ну, я смотрю, у тебя ожил. Что? Люся. Ну, помнишь, был совсем какой? Ну, потому что мама по своим интернетам забыла вообще появаться. Ну, она утром встает, она не идет завтра к этому матому садиться, и это уже как школьница там. Встает, мы с кем-то на завтрак уже, у нас только потом через час. А сразу я утром встаю, вернее, не то, что встаю, но вот уже позавтракала. Смотрю, она, я думаю, она встала, и она еще не пошла, не умылась, не позавтракала, например. И она уже это сидит в интернете. Ну, здравствуйте. И за час может сидеть за двух. Похотать там что-нибудь. Все втянулось. Ну хорошо, хочешь в этом возрасте. Вот, если честно, слушай, если честно скажу, вот, если бы твоя мама была бы в Ромином возрасте, она бы работала чуть-чуть. Вот всегда уже. Ну, ну потому что в этом возрасте еще вообще нет никакой серьезной ответственности у людей. А интернет затягивает. Марина, ты говорила, что ты бы сама, то вот он сейчас надо. На тебя берут наши. Нет. Берут. Одна держать будет, а второй забирать. Не холодный? Ну, мы нормально. Пойдем вот откроем, посмотрим там. Пошли. Ну, тебе, может быть, придется раньше уезжать, потому что я, наверное, не подольше. Я не любитель КВР смотреть, поэтому... Просто я имею в виду, он будет дольше идти. Я хотел тебе еще показать эти орхидеи. И коту, кошку. Ну, будет там этот, как его... Реклама. Если быстро понять, не считается. Все равно. Не видишь?
твоими ногами, встань, выходи. Выходи. За твоими ногами там. Вставай, выходи. Паре по 50 рублей будет крестить. Я не заметил, по-моему, это. Мы взяли три последние под пятницу. Не знаю, сейчас там есть это или нет, а так 50 рублей были. Что очень дорогие сейчас принесли. Я по 50 рублей варенье нашел. Черную смородину, протертую с сахаром. Ром, начался? Уже десятый раз это смотрим. Вот зачем это смотреть сейчас? Вон, посмотри, посмотрим. В интернете оторваться. Ну как, ну там просто красиво. Вот честно говоря, я бы этот ролик полностью сам бы посмотрел.